Куда узнали, что сегодня гуманитарка приехала? Ой, мені подруга від Чиря позвонила, так мене знали. Так я бігом захекалася. Ой, спасибо, хлопці, спасибо. Ой. В магазинах то сильно много чого нет? Не знаю, грошей же нема. Кой що є, так воно втридорого, а грошей же то нема. Отож так і живемо. Спрашиваем у местных, откуда узнали, что сегодня гуманитарка приезжает? А мы увидели, мы здесь рядом живем, в окно увидели машину. Не было оповещения? Нет. А, скажите, а чего не хватает, чего еще привезти? Лекарства очень нужны, памперсы ребенку. Ребенок маленький, негде купить. Привезите, пожалуйста, если возможность такая есть. А что касается продуктов, мы посмотрели в магазине, ну тяжело с продуктами? Тяжело, очень тяжело, и денег нет, негде снять, а продают только за наличные. А почему не снять, почему не снять? Ну, банкомата нет у нас здесь, и нигде, ну, негде обналичить. Пенсия вот родителям пришла, обналичить их негде. На какие запасы живете? То, что есть с огорода, осталось с прошлого года. Вот картошка, какая-то морковка, вот и все, что у нас есть. У вас большая семья? Да, я с ребенком, мама, папа, брат тоже здесь. Это то, что осталось, а крупы, колхоз. Даю. Люди не говорят ничего, потому что, во-первых, с деньгами туго, их нету, наличка. Поэтому без денег ничего не будет. Хоть что-то и хотят. Хотят и колбаски, хотят и мяска, но его ничего нет. Хлеб через день привозят, печет пекарня местная, ну, в другом селе привозят. По буханочке на семью. А семьи сейчас большие.